У меня кот в сумке раздирается. Я на всякий случай животных из дома и на улицу. В пятницу за час до полудня из-за невыключенной газовой конфорки загорелась квартира молодой семьи в доме сталинской постройки у остановки «Стройка». Здесь пара проживает с двухлетней дочерью. Взрослые утром отвели ребенка в садик и уехали на работу. Перед уходом родители поставили кипятиться детские бутылочки для дезинфекции и напрочь об этом позабыли. Дома не покинули, не выключив плиту. Когда вода в кастрюле выкипела, пластиковая посуда расплавилась, а потом и загорелась. Огонь перекинулся на кухонные шкафчики над плитой и начал распространяться по мебели. Дым, идущий из приоткрытого для проветривания окна, заметила жительница этой же сталинки. Пожарных вызвала хабаровчанка, проживающая в соседнем подъезде. Я, получается, пошла в магазин, вот, и, получается, минут, 10-15 там была, иду обратно, и вот с того окна прям валил такой клубы белого дыма. Но я тут же вот здесь, вот, получается, встала, пакеты бросила, давай звонить в 112. Пожарным пришлось пробираться в жилье с двух сторон. Одни вскрывали дверь, а другие с помощью лестницы проникли внутрь через окно. Ликвидировать возгорание сотрудники МЧС смогли достаточно быстро. Площадь возгорания была совсем небольшой и составила всего 2 квадратных метра. Но ущерб для семьи весьма значительный. Супругам придется потратиться на новый кухонный гарнитур, посуду и косметический ремонт почти во всей квартире. Вероятнее всего, семье на какое-то время придется переехать к родственникам. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов.